И всем привет, ребят, с вами Стройки, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен открытию наших долгожданных контейнеров на бездонат аккаунте, сегодня мы возвращаемся к этому делу, на сегодняшний момент времени у меня Довольно маленькое количество кристаллов. Сегодня у нас стартовали новые скидки. Я решил, что настало то самое время открыть наши замечательные контейнеры. На момент записи этого видеоролика у нас 245 обычных контейнеров, 35 старых ультриков, 6 новых ультриков и пятерочка недельных контейнеров. Из этого всего общего количества единственные 6 ультраконтейнеров, которые еще не устарели, мы открывать не будем. Все остальные контейнеры мы вместе с вами... Откроем. Ну, а если вам нравится подобного рода видосы, где мы открываем конты, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот замечательный канал. Ну и также, конечно же, не забывайте про мой личный тег создателя контента и розыгрыш по нему на 2 миллиона кристаллов на 300 тысяч танкоинов. Прямо сейчас имеется розыгрыш. Для этого в настройках игры в аккаунте устанавливайте мой личный тег так тимпе. Дальше оформляете покупочку в магазине, ну и заполняете форму, которая есть в описании. Также я сейчас смотрю то, что у нас остался лишь. Один с половиной день до окончания челленджа. <coughs> у меня на сегодняшний момент времени набито всего лишь 250 звезд. И встает у меня вопрос, интересный, а успели я вообще добить этот челлендж на своем бездонат аккаунте? Так, у нас тут получается 9 звезд. С недельного еще 9 это 18. Еще плюс завтра 9 звезд это 27. И плюс сверху мы еще можем заработать 15 звезд. То есть, ну, в теории мы, конечно, должны успевать все это дело реализовывать. Но это уже, как говорится, так немножечко, немножечко на тоненького, на тоненького. Но я думаю, что мы, по идее, должны успевать все это дело реализовывать. Так, начнем давайте с недельных контейнеров. Откроем сначала вот эту вот пятерочку вкусную. Заберем 25 тысяч кристаллов по 500 каждой расходки, которые точно лишними нам не будут. Плюс еще сверху 40 танкоинов. Сюда, почему бы и нет. Танкоины мне точно пригодятся в ближайшее время. Дальше будем открывать обычные конты. Посмотрим, что у нас здесь вообще по дропу осталось. По фиолетовому свечению у нас остались лишь только краски. Их 10 штук. 10 фиолетовых красок. Из устройств в золотом свечении то у нас здесь еще есть 15-17 устройств. Ну а по краскам здесь вообще ситуация очень масштабная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15 получается. 15 рядов, 15 на 5. Это у нас получается 75, 76 красок у нас тут. Ну, короче, тут еще золотых свечений супер большое количество. Но потихонечку, потихонечку, я думаю, что мы все это дело выбьем. Как выбили сначала синие, как выбьем сейчас фиолетовые, так и <coughs> потихонечку выбьем все золотые свечения. Поэтому приступаем к открытию. Надеюсь на то, что он нам зафармит как можно больше кристаллов, потому что кристаллы на сегодняшний момент времени на бездонате очень и очень сильно нужны. Поэтому <coughs> открываем контейнеры и надеемся на то, что нам сегодня что-то вкусное здесь надропает. Ох, я уже думал с первого золотого сразу начинаем. Было бы очень неплохо. Так, первая фиолетовая краска есть. Там их было сколько? 11 штук? Или 12? Первая уже упала. Быть может, сегодня все фиолетовые свечения мы вместе с вами выбьем. Ну, а быть может, конечно, и не выбьем. Но желательно, конечно, было бы, чтобы они все дропнули. Тогда у нас фиолетово уже будет всегда закономерно падать по 25 тысяч кристаллов. А 25 тысяч кристаллов, как говорится, на дороге не валяются. Особенно на бездонат аккаунте, на котором это, ну, определенного рода хорошая вкусненькая фармилочка. Поэтому было бы очень неплохо, если бы она мне дропала. Так, фиолетик. Кристалл, хорошо. Но ну, даже если так просто падают кристаллы без краски, то это тоже неплохо. В прошлый раз, когда я на бездонате открывал контейнеры, мне падало очень большое количество фиолетовых э, красок, да, и там падало аж по 2-3 краски сразу, да, в одной пятнашке. Пока что мне в сегодняшнем открытии так сильно не везет, да, так сильно не дропают, прям. Супер какие-то вкусные предметы, зато падает первое золотое. И это золотое краска. Кибернетические сияния какие-то падают нам. Ну ладно, в принципе, наверное, неплохо. Но если попало бы какое-нибудь устройство, я был бы, наверное, больше рад, чем золотому свечению с краской. Но золотое есть золотое, поэтому, как говорится, осуждать и говорить, что это плохо, я думаю, что не стоит. В принципе, пойдете, пойдете. Так. Что у нас тут есть интересного? Еще два синих свечения. Сегодня пока что по фиолетовым и по золотым не так много дропает. Но если еще парочку золотых бы упало, я был бы, конечно, мега-мега сильно рад. Но пока все выглядит не так, наверное, жестко в этом плане. Не так жестко. Да? Падают, конечно, неплохо. Но могло быть и пожестче. Могло быть и точно пожестче. Да? Все-таки это обычные контейнеры. И сейчас их доступность... Довольно-таки простая, да, сейчас очень легко получать в большом объеме контейнеры, когда мы в челленджах можем на постоянной основе лутать по 90 практически штук за один челлендж, то есть что -то в месяц контейнеров там 180, почти по 200 еще, если заданки все считать, если считать еще, что ежедневно можно забирать по контейнеру, то там вообще в месяц получается более 250, ближе, наверное, даже к 300 контейнеров формиться в легкую. Поэтому особо неудивительно, что прям великолепного дропа у нас мало. Падает еще одна фиолетовая краска. Это вторая фиолетовая краска за сегодня. Ну и по ощущениям у нас уже не так много обычных контейнеров осталось. По ощущениям уже довольно большое количество мы открыли. Даже давайте проверим, да. Двадцатка у нас уже остается. Я увидел количество кристаллов. Я увидел полмиллиона кри. И это, конечно, не может не радовать. Полмиллиона кри на сегодняшний момент времени это очень-очень хорошо. Очень хорошо. Так, пробуем еще открывать пятерочку. Так, ну и с этой пятерочки у нас уже ничего хорошего не падает. Возьмем, давайте заберем контейнер с магазинчика, чтобы вообще посмотреть, что у нас там есть. 550 тысяч. То есть мне практически 400. А, даже с копейками вроде как. 400 с копейками тысяч упало за 200... Сколько там было? 250 вроде как. Около 250 ультраконтейнеров у меня было. В принципе, выглядит очень и очень неплохо. По дропу что у нас здесь? По дропу у нас было 10 красок, осталось 8. 8 красок и здесь у нас упала тоже в золотом одна красочка по устройствам. Что у нас здесь есть? Разрывные снаряды на смоку. Ну, здесь таких устройств прям супер имбовых, наверное, мало которые я бы хотел бы получить. Но все равно лишними, я думаю, что они бы на аккаунтике у нас бы не были. Поэтому если дропнут, то будет неплохо. Так, ну и открываем 35 ультра ультраконтиков. Надеемся на то, что у нас здесь что-то интересное упадет. Быть может... Красненькая сюда. Сюда. Нет, золотое, к сожалению. К сожалению, золотое. Но золотое тоже неплохо. Сотик в карманчик. Хорошо, хорошо, хорошо. Сотик есть. Золотое есть, можно и поесть. А если еще сверху красное? А если бы еще бы сверху красненькое? И... Есть контактичек! Сюда! Лямчик! Лямчик, лямчик в карманчик. Очень хорошо, очень хорошо. Вот это я понимаю без донат аккаунт. Вот это я понимаю без донат аккаунтика. Лимончик, Все, да, в карман. Хорошо, очень хорошо, мега хорошо, мега жестко. Это вот то, что мне на сегодняшний момент на бездонат аккаунте точно железно нужно было. И то, что меня сейчас заставляет задуматься, быть может, что-то интересное нам прокачать на этих 30% скидках, которые стартовали у нас сегодня. Другой вопрос лишь только в том, что, что бы я бы не прокачал, я все равно на нем играть не буду на сегодняшний день. Но это уже, как говорится, совсем-совсем другая история, да? Поэтому в теории можно что-нибудь и вкачать. Только вопрос лишь только в что вкачать. Либо же оставить эти кристаллы до день рождения танков и уже на 50% скидках сделать супер жесткую закупочку. Вопрос хороший. Вы можете написать в комментариях, что бы вы сделали бы на моем месте. Не знаю, правда, пока что, когда выйдет этот видеоролик. Но по вкусу очень хорошо, очень хорошо дропнуло. Есть контактичек, лямчик в карманчик. Приятно, приятно. лямчик получить всегда, приятненько. Так, и что у нас <coughs> вообще могло здесь упасть? У нас могло упасть шафт с поджогом, паладин XT, либо гром оглушения. В моем случае, в моем случае, лямчик 100% выглядит лучше, чем любое другое устройство. Потому что у меня уже лям 700 сюда контактик. Просто лям 700. И фиолетом мы еще заканчиваем. 25-ку сверху добавляем, итого 1 700 тысяч кристаллов на бездонат аккаунте. Боже, ну это просто сразу плюс мега настроение, когда ты открываешь конты, и когда тебе, во-первых, еще со устаревших контейнеров дропает. Красненькое еще и с лямчиком на бездонате. Но это просто мега-мега-мега приятно. Что касаемо вооружений, я уже тут посмотрел. У меня получается нету. Нету на сегодняшний момент времени. 7, 8, 9, 10, 11 пушек нету у меня. Да, вроде как раз. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вроде как 11 пушек у меня нету. Очень много. Что касаемо корпусов, то у меня не качано 6, 7, 8, 9. 9 корпусов. 9 пушек и 11... Ой, 9, 9 корпусов и 11 пушек, да? То есть, чтобы мне все это дело зафулить, вы можете написать, сколько мне нужно кристаллов, да? На сегодняшний момент времени я очень-очень сильно надеюсь на то что у нас цена на все это дело не возрастет. Потому что у меня, с точки зрения прокачек на бездонат аккаунте, из нужного осталось... Ну, вернее, из нужного мне уже ничего вообще в принципе не надо, да? Но осталось приобрести лишь только корпуса и пушки. Ну и дроны, которых у меня нету... Сколько у меня нету? У меня нету, получается, трех дронов, да? Из тех, которые у нас, получается, остались в игре. У меня нет диверсанта, нет механика, нет защитника, но я бы сказал, что все эти три дрона мне и не нужны, да. Поэтому мы, по сути, можем делать акцент на пушке и на корпуса. У меня здесь есть на пушках <coughs> большое количество интересных устройств, да. Вопрос лишь только в том, ждать 50% скидки или нет. Думаю, что, наверное, подожду. Все-таки у нас планируется в ближайшее время ребаланс модулей. Модуля я уже все зафулил на 30% скидках. А вот корпуса с пушками мы пока что, наверное, все-таки качать не будем. Ну и на ближайшие 50% скидки постараюсь зафармить как можно больше и устроить легендарную прокачку без донат аккаунта. Пишите, что вы думаете по поводу этого открытия. Также пишите в комментариях, что вам падает из ультраконтейнеров и из обычных контейнеров. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пускать новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.